Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 48, упражнение номер 87. Прочитайте. Старик смотрел на море. Море слегка разыгралось. Вдали мы увидели море. Уплыла рыбка в море. Определите падеж имени существительного в каждом предложении. Старик смотрел на что? На море. Это винительный падеж. Море слегка разыгралось. Разыгралось что? Море в данном предложении существительное море является подлежащим, поэтому стоит в именительном падеже. Вдали мы увидели море. Увидели что? Море. Винительный падеж. Уплыла рыбка в море. Уплыла куда? Во что? В море. Винительный падеж. Запишите предложение, в которых имя существительное «море» употреблено в винительном падеже. Подчеркните главные члены предложения. Итак, запишем первое предложение. Старик смотрел на раздельно «море» винительный падеж. Вдали мы увидели «море» винительный падеж. Уплыла рыба в море. Винительный падеж. Находим главные члены предложения. Старик смотрел на море. В предложении говорится про старика. Это подлежащее сказуемо смотрел. Мы увидели море. В предложении говорится про нас. Подлежащее увидели сказуемое. Уплыла рыбка в море. В предложении говорится про рыбку. Рыбка что сделала? Уплыла, это сказуемое. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.